Сегодня четвертый день Urban Style. Не сбавляем обороты. Сегодня на сцене сойдутся самые крутые рэп-исполнители и исполнители попсовой музыки. Посмотрим, кого больше поддержат зрители. Кто такой Витя? Почему Витя? Ну потому что Витя – это вторая часть слова «остановите». Остановите, Витя, 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 надо выйти, все. Бурит у нас уже есть, уже совместный. Тифест клевый, мне нравится, то есть прям, я бы с удовольствием. Я поставил перед собой цель выпустить за год два альбома. Я скажу так, это было несложно, потому что я практически каждый день пишу, и даже сейчас, там, будучи здесь, я стараюсь писать и находиться в дороге. То есть я всегда пишу, поэтому песен хватает. Будет очень много песен, будет очень много клипов, альбомы, EP, не знаю, еще пока не решила, но, короче, очень много контента, творчества. Следите за мной в Инстаграме, на YouTube-канал, подписывайтесь везде. Я буду с вами.